Всем снова привет, с вами Артем, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть в State of Decay 2 Juggernaut Edition. Так, ну в этот раз мы с вами начнем основную миссию сюжетную, я так понимаю. Сейчас мы тут засыпем все семечками. А то у нас, я так понимаю, сейчас скоро с едой проблемы начнутся. Так, что мы сюда добавим? Да, эту херню надо сюда добавить. Это сделать. Так, в общем, что мы с вами делаем? Во, автоматическая стрельба. Переключаемся на него, на Джудит. Да, начинается у нас с вами, я так понимаю, основная линия игры. Четырьмя участниками нашей группы ликвидации кровавой чумы. В смысле, так уже ликвидировали ее? Ну давай поговорим. Все. Так, и что дальше? Это что, все? Создать наследие. Выполнить задачу. Пишите историю своего сообщества. В смысле? А я что, типа не выполнил цели? Что за бред? Выполните поставленную лидером задачу, допишите историю своего вашего сообщества. Что-то я не понял, да. А я что, не выполнил задание? Где что-то делать-то надо? Ну-ка. Так, ну это я понимаю. А сообщество. Можно разжаловать лидера, изгнать выжившего. Так, А где в красной маечке чувачок, блин? Ладно. Убегай быстрее. Выходи, блин. Ой, дурак. Поехали в машину быстрее. Капец, финал, конечно. Поговорили, и теперь что дальше делать, я даже не пойму, блин. Да убить уже этого крикуна сраного, блин. Капец, блин.
Ошибись. Там еще и к нам этот бежит. Когда они драться-то начали? Во время штурма, что ли? Вы что, гоните? Ну добивайте уже этих всех уродов, а. Ого. 30 секунд осталось, блин. На. Откуда он взялся, я не пойму, блин. Пять, что ли? Хрена себе там мочилово идет. Все? Какие нахрен поставленные лидером задачи? Я не пойму, блин. Вы чё, блин? Yes. I'll be right behind you. Где этот красный, блин? Бегает, блин. Ты куда ушел, блин? Механик сраный. Где он, блин? Капец, блин. А, я знаю, что сделать надо. Вот так вот. Иди сюда, блин. О, теперь я сбегаю с этой, блин. Да все, не ори, сейчас мы тебе поможем. О, хераси, сколько он может взять тут. М4А1, мачете, катана. Торговец, брокер. Чё ты там все болтаешь, блин? Шли, блин. Давай, выходи, блин. Иди нахер, короче. Так. Зашибись, я даже эту забыл снять, да, дурачок, блин. Капец. Ну, все теперь. Меня бензин просто прожирает, блин. Что поставим-то сюда? Аж три таких пресса.
Семочки давай добывай, блин. И спутниковое вещание, блин. Не, давай сначала одна семечки, блин. Так. Ну, еды у нас явно теперь дохерище будет. А, вот еще что надо. У меня же там появилось. Сейчас мы. Так. Надо будет еще дерблокатор сразу взять, блин. Все, пошли. До хрена этих адар-блокаторов, да. Так, ну ладно, пошли. А, опять нас джудить надо, бля. Голодавший выродок в доме. Ну пошли, поможем им. А потом уже следующее задание сразу начнем выполнять. Может и успеем. А, все, 55 секунд, блин. Вообще, шансов нет почти. 46 секунд. Шансов мало. Да нет, тут уже все. Их почти сожрали уже. Даже если сильно лихачить. Без вариантов. Все. Уже все. Давай, переключимся. Джудит, Джудит, Джудит. Давай на тебя переключимся. Да. Да. А чё? Стоп, 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 давай поменяемся, иди сюда. Так. Все теперь нормально. Все, погнали. Ну, в принципе, еду я правильно, так что погнали. Блоудер. Пузырь, да, типа? А, кстати, блоудер это же, наверное, есть. Правильно я перевожу. Или блоуд это гниль, бля. Слушайте, это я, наверное, друзьям своим не помог, да? Ё-моё, блин.
по всей видимости. Блин, а по рации нельзя было сказать, что нужно сразу, блин. Я так понимаю, мне сейчас сюда приехать, потом обратно куда-то ехать, блин. Глянь, что творится тут, охренеть можно. А, ну Forward Operation, по-моему, там один человек остался. Мне. Поговорим с вами. А кого мы потеряли-то, блин? Я так понимаю, кого-то из таких ценных чуваков. Медикаменты у нас не прибавляются. Ладно, что-то. Smart thinking. Sold. I appreciate the help. Капец, блин. Вы что, серьезно? Я что, буду между вами туда-сюда кататься так? Пиздец. Давайте медикаменты возьмем. Короче, тупая, крайне тупая миссия, блин. Вообще в другой конец карты ехать, блин. Чтобы отвезти какую-то херь, блин. А вот они, миляги, блин, их надо было уничтожить, блин. Ладно. Потом когда-нибудь уничтожу. Ну давай сначала им поможем этой дури, блин. А то у меня так скоро всех друзей перебьют, блин. Так, правильно я еду там? Да, просто. По внешней дороге ехать надо. А можно здесь притормозить мальца, заправить машину. Ну-ка. Бензином которого нету, блин. Блин, можно было у этих дурачков купить бензин.
Поехали. Надо не забыть, что... А, мне не получится ремонтировать машину теперь. Этому я дурачку механику не прокачаю, я понял. Где-то здесь, да, я зажарил? А, вон они, блин. Просто зомбари рядом стоят, куча, блин, зажали, говорит, в угол, блин. Тише, 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 спокойно. Хватит стрелять, блин. Тут, кстати, много чего полезного найти можно. Я и не знал даже про это место. Но. Давай, чистим, поможем. Только заодно мы здесь почистим, блин. Туалет почистим, блин. Чё тут нихера, да, нет? Значит, сзади. Не особо полезный ресурс. Это уже поинтересней. И последнее место. Тут по-любому медикамент. Да. Все, пошли к машине. А, тут еще что-то. Прикольно. Стрелы, блин. Инфекцию подхватил. На, возьми. А, еще это возьми. Кстати, торговать можно? Ух ты. Ух ты. Ух ты. М4А1. Дороговато оно не стоит, да. Бля, ладно, давай купим. А у него есть интерес приближения? Иди нахер. Так. Давай что-нибудь продадим. Чем мы продадим-то? Ну вот это нам точно нахер не нужно. На. На, забери. Стрелы тоже мне не нужны, бля. Так. Да вы заколебали. А, понятно. Короче, это автомат, но...
Скопление. Да тут херня, что там уничтожать. Сейчас подавим всех просто и все. Правильно. На. Ой-ой-ой. А может и не херня, блин. Похер. Замочим всех все равно. Да чё вы, бля? Капец, бля. Джейден, на. Все, пошли. Пока еще ночь не наступила, бля. Ну, а, тут вообще херня, я так понял. Несложно будет. Все, минус. Вообще ерунда. Ну давай, чё, где там, кто, кто ещё? Ой. Где ещё? Текстура застрял. Блин, текстура застрял. Ай, ё-моё, бля. Ну давай попробуем его. Замочить. Голова видна? Пропал просто, ёпте. Ладно, давайте отвезем. Куда тебя везти-то? А, так тут недалеко. Военные. Все. Ну, че сидишь-то, блин? Эй, come here. Thanks, buddy. Yeah, I suppose we are. Thanks for noticing. А, уже поторговались с тобой, чем можно было. Выжившим нужна помощь, блин. А, ну я понял. Это враги, это там опять кто-то перестрелял всех этих уродов. Я понял. Ладно, мы не ту миссию будем выполнять сейчас. Мы будем выполнять вот эту миссию. Далеко ехать? Это что такое?
Давай сюда, поехали. Да. Как раз на базу заедем. Сейчас. Миляги, все уже вам хана. Ого. Еще один ремкомплект надо. А где его взять, кроме как сделать самим, блин? Так. Сразу патронов 22 калибра наделать. Что еще нам надо? А, еще деталек можем наделать. А для этого нам опять нужно установить этот инсинератор, блин. Потому что у нас... А, у него как раз. Ну, все. Все, погнали быстрее. А что у него? Может, у него что-нибудь полезное есть? Пошли посмотрим. Ты где? Джереми, ну-ка. О, у него всякая медицинская херня, блин. Да в принципе-то... Нет большой необходимости. Можно аптечку, конечно, прикупить, блин. Блин. Забыл я про этот важный моментик. Где он? Давай еще куплю у тебя медикаментов. И сразу еще, наверное. Пошли.
Так. There we go. That's all of it. У тебя что-то осталось? Ничего не осталось. Ну-ка, что там у нас? Медикаментов много. Еды не очень. Можно еще сделать. Так. А, вот самое главное забыл. Не отставить. Давай-ка лучше здесь. Погнали. Все пучком. Выполним наконец-то эту сраную миссию. И закончим серию на этом. 41-й день, офигеть. Plague zombie out there. I'm scouting. Use your ears as well as your eyes. The Zeds don't practice good noise discipline. If they're in there, you'll hear them. Все раненое бегает, блин. Ну-ка иди сюда. Куда ты побежал, блин? Okay, sign me up. Take it, it's yours. Thanks, I appreciate it. И что дальше? Фух, хоть тут не так далеко ехать, блин. Так сел? Сел, блин. Кстати, наверное, лучше заправить. Все, садись в машину, поехали.
Но. That could not have gone better. Sure thing. It's yours. I appreciate the help. That went really well. We should put a trade summit together to really get supply lines going. This is good. We're giving people out there better lives. Все. Можно назад ехать, блин. In this place is like a fucking beacon for zombies. Ну все, ребят, на этом мы с вами закончим серию. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.